Приветствую вас на канале AsmodayPlay. Мы продолжаем играть Sniper Elite 4. Ой, к нам войска подтягиваются. А я всего лишь хотел катер подбить. Ну ладно. Пусть идут. Дурочки. Не-не-не. Бегите, бегите. Вы мне не интересны, хотя как знать. Ладно, вот что мне интересно. Попал. Итак, катер никуда теперь не уйдет, да? О, убийство пехотинца. Они взорвал? Не то, что в катер я взорвал, да? Давай, у вас там трое, я знаю. А как трое? Было трое, стало двое. Ну как? Так, все, у меня все есть. Лекарство от тифа я нашел. Для чего он там предлагался мне первоначально? Больше ничего не найти. О, не-не-не-не-не-не. Все, так, ладно. Автоматы, все это у меня есть. Что у тебя может быть? Ты же нищеброд. Ты голодранец. Вот они, лекарства тифа. Заходим наверх. Что у тебя есть? Больше ничего. Больше ничего. Больше ничего. Так. Как-то я хоть правильно как-то бегу? Или это с другой стороны надо все было делать? Так, у меня что осталось-то? Основную задачу... Так, хочет, чтобы я узнал, куда направляется этот груз. Найдите разведданные. Ну ладно. Что? Будем искать. Так, уничтожили все, что только можно, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-яй-яй-яй-яй. Ух ты. Тише, тише. Тихо, 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 тихо. Со своим свистком тут. Ну, кто подойдет?
Идет поиск врага. Вот туда иди. Видать, важная шишка. При нем наверняка есть что-то полезное. А, вот он. Бум. Вот это я его выкурил. Все? Важная шишка. Ну давай. Кого обыскивать-то первого? Интересно, что он держит под замком. Вот. Скорее всего, вот они разведданные это мои. Которые три... Ох ты, смотрите, даже никто не скопошился, хотя вроде недалеко, да? Упал, да прям на мину. Какое нерасторопство. А мы сейчас посмотрим, что ты в сейфе хранил. Мне нужно узнать, куда следует груз. Опа. Именно это я искал. В документе сказано, что грузы идут в Алагру. Однако есть проблемы из-за того, что мафия обворовывает порт. Будем знать. Куда мне? Найдите сигнал, подайте сигнал бомбардировщикам. А это что? Надо в два сигнала, да? Ну давай, вот здесь может один сигнал надо подать просто и все. Просто для удобства сделали в двух местах, так же как это эвакуация. Так, что у нас пункт радиосвязи? Да беги ты, задыхаешься. Бросай курить, значит. Вот. А сразу нельзя было ракетницей подать сигнал? Вот такой я красавчик. Так, давайте выкладку откроем себе. Мы положим туда, туда. А вот эту и положим. Да. А сюда положим. А вот положим, да. Ну все, выкладка полная. Поехали далее. Монастырь Абрунца. Италия, что ли? Тому свидетельство операция в порту. Враг, наверное, уже наладил производство новых ракет. Найденные мной детали вряд ли предназначены для другого. Мы, конечно, нарушили производственный цикл, но сколько таких комплектующих уже отправлено в Алагру? Насколько близки нацисты к серийному производству ракеты Кеслера? Пока ясно одно. Мафия обкрадывала порт. УСС хочет воспользоваться этой ниточкой. Особенно после вклада мафии в операцию «Эскимос», в ходе которой удалось захватить Сицилию. Уивер хочет, чтобы я встретился с Сальваторе Динелли, местным преступным авторитетом. Его можно склонить к сотрудничеству с союзниками и партизанами. Но все имеет свою цену.
Итак, опять Италия, Сицилия. Давайте сейчас пока со всеми там поговорим, наверное, опять. Че, взял дозвуковой боеприпас к пистолету. Так, я где нахожусь? Я пока еще нигде не нахожусь. Это, как понимаю, кухня, хлеб, лук. Тут у нас что, опять хлеб? Что, столько много хлеба, что девать некуда, что ли, или что? Что-то за война у них такая сытная. Так. А лишь бы бухнуть, как я тебя понимаю. Но вначале я хочу... Вау, патефон, картина. Не, ну что, так-то можно, да? Может, ну, телевизора нету, правда, ну да и хрен на него. А, бутылочка Хьянти урожая 13-го года. Счастливый день. Сеньор Динелли. Можно Сальваторе. Просто по имени. Мы ведь с тобой друзья, верно? У нас общие враги. Мы готовы вас от них избавить. Было бы неплохо, мой друг. Можете начать с Пьерро Капо, командира черной бригады. Этот человек – варвар. Неужели? В монастыре полно предметов искусства. Картины, скульптуры, прекрасные работы. Я знаю из достоверных источников, что Капо планирует все это вывести. На продажу? Разумеется. За такие сокровища можно выручить круглую сумму на черном рынке. Выяснить бы, как он будет осуществлять перевозку. Тогда можно будет что-то предпринять. Конечно. Чтобы нам по-настоящему подружиться, надо решить вопрос с Капо. Понятно. Мы понимаем друг друга. Естественно. Конечно. Я бы тебя завалил с удовольствием бесплатно. Чудесно. Капо носит четки, подаренные ему матерью. Он никогда с ними не расстается. Принеси их. И я увижу, что ты выполнил работу. Господи, еще четки тебе принести. Кстати, домик у тебя хороший. Это вот... Как сказать, я тебя хвалю, что у тебя домик такой. Так, теперь с этим хрючом поговорить. Ну, так, вот смотрите, красиво. Горы. Жаль, бинокль не достается. Ладно, так, с тобой поговорить, да? Или с тобой поговорить? Давай с тобой сначала. А, снайпер. Я слышал, хочешь с нами дружить. Каких только чудес не творит война. Монастырь, владение Капо. Туда не пробраться, не уничтожив горную крепость. Горная крепость защищает монастырь? Угу. Логично. По всему видно, что за монастырем присматривают. Это все из-за аббата. Он помогал фашистам, работал на них. Лишь бы сберечь свой бесценный монастырь и его сокровища. Вот опять же. Чудеса войны. Чё ты больше на Ведьмака похож? Два меча с собой таскаю. Противотанковые орудия разнесут союзников в клочья, если пойдут здесь. Есть такая вероятность? Немцы считают, что да. Сейчас затишье, но уже почти неделю ведутся обстрелы. Может начаться в любой момент. Лучше нейтрализовать их, Карл. Ну все, как я понимаю, миссию можно начинать. Опа. Ой, что-то боюсь на пирог будет. Пейзажем. Нужно разобраться с капом. Нет, время есть пейзажем любоваться всегда.
Так, уничтожить орудие. Так. Узнайте об... Так. Узнайте, ага. Красиво? Как нет времени? Questo è un vero capolavoro. Che colori! Davvero magnifico. О, первое чучело. Так, мне бы под снайперов не попасть. Вот самое главное сейчас. Так. Ну, вроде пока я их не вижу. Так, узнайте, узнайте. А тут мне не далеко бегать-то. Хорошо. Так, где он мне? Он станет первый. Ist wohl zu Hause läuft? Ja, was war das? Жертвой. Давай, жертва. Оп. Все. Sul serio? Questo è il mio preferito. Se solo quel buffone di Dinelli sapesse che lo sto portando via. Ага. Ты не выйдешь. Fehlt doch einer. Da fehlt einer. Здесь больше нечего искать. Тихо. Оп. И оп. Всех в кустах валить буду, что ли? Нет, опять не так. Да. С вами приятно иметь дело. Вы открыли счет на этой карте. Так, а здесь есть что-то? Зайти можно куда-то? Чего нету, то мы туда и не пойдем. Вон они. Гаврики. Где? Ага, где-то. Вот еще бы знать, где бы. Надо побыстрее передвигаться, значит.
Это же радист. Эту падлу в первую очередь надо выносить отсюда. Как бы так сделать, чтобы все хорошо получилось? Бой не устроить. Ну, по идее, можно. Да кто? Ну-ка, если вот так вот. Да. Водитель, вот кто. Так вот, если сделать, мне главное, чтобы не задело это взрывом-то. О, радист-то далеко пошел. Как-то я далеко запулил, что ли? Ну все, все, все. Возвращайся. Из-за камушка сейчас устроили переполох. Садись в машину. Ты иди обратно там. Что-то рассматривай. Или что? Не хочешь ничего рассматривать? Нифига не так. На. Вот так. Ты не сильно важный человек здесь был. Думаю, я собрал все, что мог. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот
тебя где-то тут подъем, да? Тихо, тихо, тихо. Der Mann ist tot. Mein Gott. Wer ist das? Кажется, собрал тут все полезное. Да не все. Ой, не все. Самое главное, радиста прибили, это ладно. Господи, дурачок там еще один. Смотрит на меня. Разве смотреть надо? Так, это что, найдите документы. Сейчас мы попробуем найти. Полезная штука. Полезная, конечно, полезная. Да, поди, кто искал меня. Первый. Давайте, отчет вывести. Это раз. Это два. О. Это три. Теперь я и вас сосчитал. Где тело-то еще одно? В голову. Так. Где у меня тут личинка? Huh.
Ага. А кто такой хороший? Пипец какой глазастый. Понятно, кто-то такой глазастый, конечно. Ну давай, обыскивай его быстрее. Вот и все. Да, по патронам-то вы меня хорошо приструнили. Ну ладно. Давайте все-таки смотреть. И вот здесь вот еще один. Не успел. А, блин, у него граната была. Граната была бы эффективнее и красивее. Так, а мне куда надо? Я уже забыл. Давай, там второй есть, я видел. Так. Бить. Перевязываемся. Вот так вот. Сколько вас там? Надеюсь, вы там кончаетесь хотя бы. Ой, надо урожай снимать. Надо. Что-то у вас как грибов после дождя. Что, неужто никто не хочет сходить туда, к домику? Вас же вроде много. Нет, не пойдет. Да. Оп, оп. Да. Thank you.
Кто там такой? Это я такой должен быть. Так. Так, суду все ясно. Ну давай, гранату кинешь, чё? Как-то вас много здесь было. Вот так. Всех. Ну давай, все, пора собирать. Можно встать. В полный рост. Это мне очень пригодится. Так, где у меня бинты? Заматываемся. Так, не получилось, да, по полу шею-то? Все, встаем. Собираем наши трофеи. Пистолету. Хорошо, патроны идут. Мало, правда, конечно, но идут хорошо. Патроны к винтовке. Тут больше ничего нет. Да, на вас так козлов я потратился. Хорошо. О, 8 патронов к винтовке. Три патрона. Да, почет, конечно, хороший. Так. А все ли здесь? У вас вроде был вот тьма. Вот два патрона. Вот так вот по одному, по три патрона. Насобираем 19 патронов. А, это РПК. Кажется, собрал тут все полезное. Пистолет полюбит. Судя по этому офицерскому дневнику, аббат не так прост, как кажется. Так, это поменять, да, оружие? Но я не хочу менять. Меня все устраивает. Всем доволен. Так, а мне туда надо? Ну, надо будет, но потом, сейчас у меня тут еще дела, туда сборы. Ну что ж, на этом пока все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока!